красивейшие, ага. Смотрел бы, да? Ну, ко мне на свадьбу придете? Смотрел бы. Вот смотрите, какое красивое зеленое Юли будет красиво в нем. Ну, это не мой цвет. Я говорю, Юли красивее будет в нем. Я не знаю, она тоже, по-моему, такой не очень. Ну так, мы, девочки, спокойно ходим с Татьяной Дмитриевной. Никуда не спешим. Можем еще посидеть лимонада, попить. За рыбку я заплатила, не переживайте. Сегодня я не халявщица. Мне так интересно, знаете, вот... Здесь вот мы всегда берем разные кусочки, мушочки на углу. А, это мы уже на этот угол зашли? Да. То, что будет вот это, видишь? Угу. Да, здесь Юля покупается, что не надо. Подожди, а потом купим. Мы можем куда вы хотите. Мне все равно, я прям иду. Единственное, что мне почему-то сушняк надо выдвинуть. Вот витрина. Ой. Шикарная. Идемте, нам еще рано с вами платье выбирать. Не, ну и вы свадебная, для меня вы же говорили, что я замуж выйду. Вот она попадается на каждом шагу. Выходит, что это самое. И цаву. Кстати, мы вчера ночью, я живот будет обтягивать. Не будет. Уже поприлепили, блядь, этих. Нету цены. Живот обтянет. Симпатия, но он здесь, наверное, дорогой. Мы вчера, кстати, я там последние кадры видео, это мы ходили знакомиться с другом Буракан на набережную. Вот, и там пацанята пели песни. 4 человека, какие голоса. Один на флейте играл, а гитара несколько человек менялись. Такие талантливые парни молодые. Пели шикарно, но единственное, можно было заснуть, потому что они все время... Такой страдальческий напев. Ты же постоянно так поют. Вот. И мне заказали песню вот эту «Семьорум». Да. Не, не «Семьорум», как-то. Я тебя любил, боже, ты потом повесилась, а я тоже, ой, боже мой. Да-да-да. Здорово, не вот так вот. Ну, такие песни ужасные. Не, ну как ужасные, да, это ж страдаль... Тоскливые. Ну, тоскливые, да. Тоскуют. У них постоянно несчастная любовь. Любви, да. И, кстати, вчера Боря там подпевал песню. Мне так было приятно, когда там ребята пели, и он так подпевает. Я не могу тянуть живот. Я не понимаю, мы вообще находимся... Давайте туда пойдем. Зачем нам выходить? Вы что, спешите? У меня еще рыба не сварилась. Я хочу увидеть этот. Море. Я хочу увидеть море. Голубое, голубое. Девочки, сегодня проснулась, песня в голове играет. Золотая лестница без перьев. А, любовь. Почему? Я не знаю. Все, я больше не надо. Мне надо спортом начинать заниматься. Что такое пузо? Золотая лестница без пены. Видите, у них в каждом куточке, в каждом уголочке своя торговля идет. Вон как она вяжет. Видите, Татьяна Дмитриевна сама делает. Бусинки шьет. Очень красиво, гюзель. Гюзель. Сама, видишь, бизнес ее. Это все вручную, я так понимаю. Два директора, блядь. Ходим с Татьяной Дмитриевной, как два директора. Проверили, типа, хорошо, молодец, вручную работаешь, хорошо. Все. Мы-то выучили, что Гюзель. Да, она Сеньке сказала. Все, там пошли цветы одни. А теперь я знаю. Мы пришли, нам надо идти вот туда. Да, идемте, мне вообще все равно. Я же вам говорю, рыба пока у меня не сварится, я отсюда не уйду.
Мне, кстати, написали, говорят, у тебя, говорит, глаза как у дохлой, цветом, как у дохлой рыбы. Что вы выдумываете? У меня красивые глаза. Вот что, и ноги, и глаза мои не трогайте. То начинаю, то я в зеркало на себя. Я себе вообще, я нравлюсь себе вся. Поэтому... Без комментариев. Да, я же непробиваемая. Ты помнишь, чемодан мы здесь спрашивали, какую цену именно у этого мужчины? Вот, у вот него. Это вы даете, да. У него. А платье за 700 лир было туда. Там. Да. Татьяна Дмитриевна, и платье было шикарное, потому да. Что я остановилась, его потрогала. У меня просто хорошая зрительная память. Я не хвастаюсь, но это так. И я тоже констатирую, что хорошо. Цвет глаз у меня очень даже ничего. Вот. И мы пришли туда, но это не то. Или туда. Вот там платье. Я с Кириллом подожди. Я вам покупала вот эти штучки. Но сейчас мы не будем их покупать. Не здесь, подожди. Это не здесь. Ну, тащите это сейчас. Да, подожди. Да, да. Это у него 400, это у меня финики. Я хочу... Я так финики. Хочу. Киви есть? Киви. Киви. Да. Йок. Ананас. Йок. Ну ладно. А у вас кышин. Боже, как на барона похож. Кышин. Жарко, да? Ага. Жарко. Я поняла. Привезут, привезут. Хорошо. Вот мы с ними на русском все понимаем. Они соберут урожай и привезут. А. Да? Понимаю, да? Понимаете, у нас такой вид, мы так глаза выпучивает, что они бедные уже. Все, что хочешь, нам говорят. И что, гизели? О, тихо, о, супер, я обожаю. Это моя любимая. Это тоже моя любимая. Давайте помолчим и помолимся. Не это. Тихо, дайте, пусть люди послушают. Просто слушай. Не балахуйся. Не, мне реально нравится. Почему? Я про себя говорю спасибо, что ты мне дал возможность побывать в этой стране. Не, я всегда так говорю. Не здесь мы видели платье. В том ряду, наверное. А потом мы вышли сюда. Да, в переулок, наверное, направо. Да? Ага. Вот сейчас ходить очень хорошо, потому что... Вон церковь, не церковь, а мечеть. Чай. Да. И так интересно, пыль, сколько там пыли в этом чае. Пошлите, да. Сколько в нем пыли? Открытое все. Главное, что туда никто не придет. Все домашняя работа ручная. Надо что-то Юлечке купить в презент. Трусики я обещала. А? В этом переулке. Ну давайте посмотрим. А потом мы вышли туда. Это мы сейчас выйдем к этому кафе. Да. Такой молоденький работает, ага. Будем что-то пить у него? Мы будем пить этот. А лимонад, бар? Бар лимонад? Окей, давай лимонад. Здесь? Лимонад. Лимонад. Сюда пишем.
Сейчас он на вас вентилятор развернет. Так, наша рыба еще не сварилась, мы можем ходить еще. Полчаса нам осталось. Смотри, сейчас на вас. Что он делает для вас? Для вас же, Татьяна Дмитриевна. Это ж друг, друг же Татьяны Дмитриевны. Лимонад? Да, два лимонада. А, он убирает этот. Ну, там пошли посидели, там поели, там попили. А что, вот тебе пенсия. Мне что же пишут, что я пенсионерка. Вот пенсия, у меня дети выросли. У внука все нормально. Вот я и хожу. Ну, правильно, что делать? Надо заняться своей жизнью. Все правильно. Вот я занимаюсь своей жизнью. А то, что там пишут, что зачем вам молодой... Далеко, я что за этим... Я что, вот бегала за этим, он так... Это зависть называется, молодой. У вас же все молодые были, да, Татьяна? Молодой стимулирует жизнь человека, понимаешь? При молодом ты хочешь тоже быть молодой. Да. Какую-то ступеньку подняться. Ты за собой ухаживаешь, ты за собой следишь. Да. Поэтому то, что начинает писать старый... Сами Татьяна Дмитриевна, у вас же тоже, да, были мужья младшие? Ну, у меня муж был младшим первым, на 5 лет меня старше. Женя на 9 лет моложе. Ой, открыла, смотрите, аж задышалась. Ну все, сейчас лимонад попьем, там что, там походим. Вот так жизнь пенсионеров и проходит. Ну а что, нет? Там походила, здесь походила. Ой, щеки, да. Щеки, спасибо. Давайте, Татьяна Дмитриевна, щепнемся. Давай, дорогая. За нас с вами, за пенсионеров. Давай это... Не за измену, за дружбу. О, это уже перемирие. Я хочу уже снять этот момент. Потому что она почувствовала разницу. Ходить с этой Роксаной или ходить со мной, понимаете? Сразу за перемирие. Вот это мне вот это понравилось, что первая признала свою ошибку. Как можно сравниться? Положила ее у себя в хоромах. Ой, тетя Таня, я там легла. Она такая, ну как ты легла? Ты ж легла не вдоль, а поперек. И такая на меня смотрит, чтобы я сказала, да. А я такая, я ничего говорить не буду. Со своей, говорю, подругой новой разбеду. Мы подъемным, ну как, шутим. Потому что, шо, надо, ну а что мы не шутим? Я нет. Нет, она не шутит вообще. Она до ужаса ревнивый человек. Я очень ревнивый человек. Ну, я, собственно, я... повод не давала. Давала. Ушла с ней, и такие захлопнулись. Даже не сказали мне, что уходят. Такие оделись. Ой, и та пошла со своей грудной голой клеткой нести себя в массы. И ничего ей не сказала. А мне сегодня говорит, ну ты что, пойдешь в этом бедненьком платьишке, ну, которое вы пишете, что оно бедненькое. Я говорю, ну да, она... Ну нет, потом я одела вот так юбку, которая еле застегивается. Она, ну теперь да. А та понесла свою грудную клетку в массы, она ей ничего не сказала. А Ксюха сегодня говорит... Но она не моя. Не спорьте. Она чужой человек. А сегодня Ксюха говорит, что, Марина, война? Я говорю, какая война? Господи, было бы кем воевать, я вас умоляю. Ксюха, я одним взглядом ее на лопатки положу, эту вашу Роксолану. Слушай, давай... Одна там уже... Одна там себя уже поверила. Потом вторая, блин, ну, слушайте, вообще, это поэтому вы не с теми связывайте. У нас красивая. У нас одна красивая, другая счастливая, третья богатая. Там еще весь набор есть. А, кстати, я, кстати, не курю. Я, кстати, на Ютубе никогда не курю. Курение вредит вашему здоровью. Да, мы же обещали, что придем. Да, два. Он правильно сказал. Обещаем или не приходим. Придем. Я вас жду. Вы мои родные. Конечно. А где ты так русский выучил? Я в России учился. А, ты учился в России? А где ты... Тупые, говорит, есть. А где ты учился в России? А где ты учился в России? Я в России, в Сочи. А, в Сочи. Ну, я там магазин был. А, был магазин там? Я здесь хозяин с братом. Ты говорил, молодец. Да. Мы зайдем, на неделе зайдем. Обязательно. Да зайдем. Меня зовут такси. Еще раз. Такси. Да, правильно. Такси. Такси. Как правильно. Такси. Скажи, мам. Такси. Как ты буду? Такси. Не проблема. Такси. Можно сказать такси. Таксинушка.
такси. Ну, как такси. Такси, ну, правильно. Таксишка, скажи. Хорошо. Шикарно разговариваешь вообще. Ты женат? Хорошо, дорогой. Не женат? Все, мы придем. Давай. Боже, девочки, как скажет Татьяна Дмитриевна, надо брать. Сейчас скажет, кому брать? Он молодой. Ты пенсионерка. Нет, не сюда, Татьяна Дмитриевна. Нет, нет. Не сюда. Не-не-не. Нет. Это было все по правой. Нам надо туда. Идемте. Все равно ходим, уже рыба сварилась. А, любовь, а, любовь. Золотая лестница. Золотая лестница без перьев. А, любовь, а, любовь. Золотая лестница, Татьяна Дмитриевна, я не могу от этой песни отстать. Надо ее перебить чем-то. Что, спеть? Спой громко. А, и все пройдет. Браво. Ой, какая там, смотрите, какой там, видите, посидельник. Это прямо вот улица посиделок. Верхушка какая красивая. Татьяна Дмитриевна, сюда. Миграция. Будем кави. Грация. Я не выговариваю шикидаририм, шикидаририм, поэтому говорю грация. А, любовь, а, любовь. Золотая лестница. Ой, на русском поешь. А на украинском. Украинская музыка, слышали? Просто добро. Thank you. А, любовь, а, любовь. Спину не могу выпрямить, потому что живот не могу втянуть. Все, вот это вот, вот это вот, вот это какой-то из этих переулков, и все, Татьяна. Или только идти в будний день и долго идти с утра. Но мы найдем, я уверена. Вы правильно сказали, где были чемоданы? Вот мы ж туда вывернули. Просто, может, он сегодня был закрыт? Почему-то мне показывают... Мне кажется, что это вот... Мне кажется, что это этот переулок. Да нет. Конечно, пойдем. Ноги ж не казенные. Ну да, тем более, что ты тащишь. Это тебе наплевать. Я же не Роксолана ваша. Ясно. Это моя Роксолана, она беленькая, ручки тоненькие. Она же женственная, конечно. Я как мужланка. Ну вот, поэтому мы тут были. Мы тут с вами как раз и стояли, крутились. Вот он, наверное, закрытый, вот этот магазин. Или нет? Ну зачем-то же нас приводит эта дорога опять? Мы идем в первый раз. Скажут, долбанутый, ходит и ходит кругами. Мы изучаем товар. Здесь мы уже были в этом переулке. Да, по-моему, мы только по нему одной ходим. Целый день, по-моему, около этого переулка. Спросите, не завезли к нему этот бананы, ананасы, что вы там спрашивали о него? Потому что он скажет, сколько... Я спрашивала, киви и ананасы. Слушай, как он помнит этот мальчик такси, как он помнит. Ты уже 2 года обещаете зайти. Мы же тогда ему сказали, что мы просто забыли, что мы ему пообещали. Да, я вообще не помню. Здрасте, мы тогда, в тот раз, когда были с вами в Крайне... Видишь, что? А, да. Не пойдем туда посмотреть? На нашем совете директоров мы не должны обсудить этот
инцидент. Я же вам говорю, как мы с Сандрой шли, пришли за билетом, блядь, в полицейский участок. Вот, чемоданы, да. Но знаете, мне тоже... Так он в Италии будет сам себе купить итальянские туфли по скидке. Так, все, мы на выход на такси. Или вы хотите еще походить? Пошлите на выход. Платье мне уже нравится. Загляну на него. Ну, какая-то стразики. Это мы уже смотрели, да. Платье. Все, уходим. У меня, по-моему, оно понюхать, я не завонялась? Ты да. Не, просто девочки должны знать по ту сторону экрана, как еще можно ходить. Ах, любовь, а, любовь, золотая лестница, золотая лестница без пели. Вот мы с вами хорошо ходим, да? Вы не хотите еще чаю? Это, знаете, я хочу уже уйти. Мама, вы что, даже чаю не попьете? Это и улица, пройдемте. Идемте, нам все равно куда идти. А мы проходили здесь, да? Марина, ты на такой-то минуте здесь была. Ну, а я что-то вот здесь и не помню. Они все помнят, молодцы. Так они уже сами приедут, уже ориентируются лучше нас. Да, кстати, внимательно. Пельменницу меня, мою нашли они по видео. Девушка одна написала, говорит, это я, говорит, вашу пельменницу нашла. Я говорю, спасибо. Живот не втягивается. Вон, кролик едет. Один остался, было трое. Мы же... Да бедный ездит по такой жаре, они, наверное, уже, знаете, вот жара такая. Так, мне надо Юле трусы купить. Здрасте. Сколько детей? Представляете? Скажите, Татьяна Дмитриевна, какое? Как они выглядят? А размер наш? Я же говорю, наш размер или нет. Золотая лестница. Золотая лестница. Мы брали здесь полотенце. Не, ну мы в Кушадас, если поедем, мы должны поехать. Я там еще полотенец возьму. Вот смотрите, здесь стоит полотенце 100 лир. Стоит вот такой вот наборчик. Раз. А нет, не наборчик, одно. А в Кушадасах оно 100 лир. Три полотенчика, и качество намного даже лучше. И вот полотенце по 35, не, там очень выгодно брать, тем более там написано Турция, там, не-не-не. А, любовь, а, любовь. Золотая, какие глаза красивые, лестница. Угу. Вы что, берете? Да. Блядь. Какое, какие? Розовенькие. Ну как же мы поймем, чтобы он написал. Бабушка есть бабушка, с пустыми руками не вернется. Оксана. Смотри, Оксана. Нормально? Ну вообще нормально, это я у вас спрашиваю. А как ты хотела? Ошибка по Фрейду. Ну
А как я, Васильевна, нормально? Дело не в этом. Нет, вы потому что думали о ней в этот момент, что вы с ней, вы расслаблены. А я говорю, когда Васильевна, я не думаю ни о чем, я просто вот просто говорю, да. Да, вот, а вот в этом-то и проблема, что я просто мелю по глупости, а вы особо, вот, это Аллах. Так, вот давайте Бори моему трусики возьму. Это твое дело. Да, только, наверное, не розовая, она, наверное, розовая нет. Давайте, я возьму. Ну, или белые, или черные? Черненькие. Вот эти. Шортики, да? Угу. Давайте одну такую. Будет нормальные? Она такие носить, они прозрачные. Ну, а что они не будут носить дома? Ну, можете, у меня руки заняты, я несу вообще-то это. Шуридите вот так. Блядь, что вы все черные? Там что, нету цвета, Татьяна Дмитриевна? Положи на место, вот туда. Вот шортики это. Какие красивые. Ну куда это? На Машу эти шортики, а не на нее. Это наши, наш размер. Короче, выбираю. Так, короче, тогда ставлю все на пол и выбираю. Ставь. Все, начинается вот это. Бакюзельбов, я туда. Да, видим.